Праздник окончания школы и начала новой взрослой жизни прошел сегодня для выпускников школы «Райские птички». Гостей ждали праздничное угощение, театральная постановка, а также награждение дипломами и грамотами. Вместе с учителями и родителями вчерашние школьники пришли получать свои аттестаты. Поздравить выпускников пришли их родственники и друзья. Побывала на мероприятии наш корреспондент Замруд Гамидова. Каждого выпускника в актовом зале с нетерпением ждали учителя и родители. 9 лет ребята шли к этому дню, теперь в руках у каждого из них аттестат. Выпускники, а также отличившиеся в учебе медалисты, услышали много добрых слов, напутствий и пожеланий. Первый наш выпуск. Мы гордимся ими, потому что они получили очень хорошие результаты на ОГЭ. Значит, первое ОГЭ у нас было в школе. Мы существуем 7 лет, и поэтому, конечно же, нас радует этот результат. Мы уделяем большое внимание духовно-нравственному воспитанию учащихся. Все ребята добились исключительно высоких результатов в учебной, научной и общественной жизни. Среди них победители и призеры школьных, городских и республиканских олимпиад. Все они с честью выдержали экзамены, продемонстрировав прекрасное знание учебных предметов. Сегодняшний день для меня и одновременно и грустный, и счастливый. Грустный, потому что я прощаюсь с этой прекрасной школой, благодаря которой я получила очень много знаний, провела свое счастливое время. И благодаря этой школе я поняла, что лучше этой школы все равно нет на свете. Теперь выпускники на пороге новой жизни. Окончание школы – это первый трудный этап в жизни вчерашних школьников. Впереди у них поступление в вузы и множество планов, которые нужно реализовать. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.